очень хорошо помогает двигаться. Проблема управления данным автомобилем, отличие его от иномарок, в том, что нету гидроусилителя руля, и все кочки отдаются на руки, выбить пальцы нефиг делать. Выходят напрямик, скоростной, так скажем, скоростная прямая. Экипаж «Страйкер», клуб «Уран», город «Амстагами». От Юрия, давай! Смотрим глубину. Я вам говорил, что там почти по пояс. А кто помельче или повыше, там почти, почти по пояс. Вокруг ямы, вокруг бугра по яме проезжает. А вон они, как судьи, решили. Чтобы уж накатать, так накатать. Круг вокруг бугра и на выход. Но, как мы видим, резина, злобная внедорожная резина, помогает без проблем двигаться. Не входит в створ за один прием. Разворачивается. И сейчас смотрим. Сейчас вода и помоет сразу колесики, машины, бампер. Главное, чтобы не хапнул воды. Здесь глубоко, сразу говорю. И выезд очень крутой. Давай, давай! Поплыл, поплыл. Вау! Но без проблем выезжает. Тоже ямки крутые. Молодец, трассу нарыли вообще, блядь. Ну это совсем как почти по асфальту проходится. Руль держать надо вообще. Руль, ты что, так его вот это... Ямы были специально подготовленные. Первый раз ты так делали?